Продолжаем. Куда бежать? Этим вопросом задаются в соцсетях сотни северян под постами о плановой проверке системы оповещения населения. Авторы телеблога «Северодвинск в деталях» узнали, что же делать, если вдруг раздалась неучебная сирена. Также вместе со специалистами гражданской обороны проинспектируем самые защищенные бомбоубежища города и соберем тревожный чемоданчик. Обо всем подробно смотрите в телеблоге «Северодвинск в деталях» сразу после автографа дня.